Как изменить голос, используя мобильное приложение? Покажу на примере мобильного приложения «Изменитель голоса». Данная программа позволяет записать свой голос и изменить его до неузнаваемости. Для того, чтобы начать работать с программой, нам достаточно нажать «Запись», нажать на пиктограмму микрофона. Мы произведем запись своего голоса, а после этого программа предложит с помощью различных фильтров его изменить. Посмотрим на примере. Раз, два, три. Проверка записи голоса. Программа предлагает нам воспроизвести наш голос так, как мы его записали, либо звук, который мы записали с помощью телефона. Сделать различные эффекты, такие как гелий, пещера, робот, телефон, старое радио, ванна и так далее. Ну, покажем на примере, как выглядит голос с эффектом робот. Раз, два, три. Проверка записи голоса. Если нас все устраивает, программа тут же предлагает нам сохранить нашу аудиозапись. Нажимаем на пиктограмму дискеты. И как видим, программа предложила два варианта. Это нормальная запись и та видоизмененная. Нажимаем на три вертикальные точки. Программа предлагает поделиться по WhatsApp, установить мелодию, установить как уведомление, установить как будильник. Нажав поделиться, мы можем отправить его по электронной почте, либо другими мессенджерами. Как видим, программа очень простая, буквально за два движения мы можем изменить свой голос. На этом видео заканчиваю. Все, спасибо.